выцарапывает при помощи партнера. Нильсон, ближний угол, на месте Барулин. И вот сейчас Нильсон, опять же, выполняя, наверное, вот эту установку, делал передачу под себя. Ох, Таратухин в дальний укладывает просто. Андрей Таратухин, первая шайба в плей-офф. И вообще вот человек, который так нежитативно провел этот сезон. Это первая шайба в играх на вылет Андрея, да, Таратухина. И такой важный гол он забил. И я только хотел сказать, что в принципе не похоже на себя начал Слава Тюлаев. Не агрессивно, не атаковал, как привыкли мы. И вообще сегодняшний матч абсолютно отличается от предыдущего, когда обе команды играли в открытый хоккей. Здесь никто и не требовал от Путейкина такой лазерной передачи на партнера. Нужно было сделать пас ближнему. И ошибся. Ну вот теперь его момент. Вот и гол Путейкина. Вот, собственно, и все. Наверное, Андрей Путейкин забрасывает свою очередную шайбу в этом плей-офф, выводя свою команду вперед за 5:38 до конца третьего периода. 2-1. Третья шайба Андрея Путейкина. Такая, может быть, несколько нехарактерная для него. Кистевой бросок, но отлично проработанный партнер. Кистевой у него хороший, но почему она прошла? Ну вот здесь еще Свитов и вбрасывание выиграл. Путейкин переходит красную линию, отправляет шайбу в зону. На противоположном борту она к Запрыкину приходит. И 3-1, и все. И Александр Свитов, который просто феноменально вообще играет во всем плей-офф, забивает этот третий гол, этот, наверное, последний гвоздь. Да, чудеса в хоккее бывают, но не наиграла сегодня подмосковная команда на, ну, не совсем так, волшебное возвращение. Быть, наверное, вот та ситуация, когда 3-1, я не знаю, что там можно было предпринять. Поспешили они. Вот в той ситуации они могли лучше сыграть. Не до вас, пан Ржига, не до вас! Континентальной хоккейной лиги сезона 2010-2011 годов, третьего в истории чемпионата КХЛ, стала команда «Салават Юлаев». Насколько верится в то, что вы сделали это сегодня? Во-первых, усталость, очень устали, конечно. И, конечно, радость. За нас, то, что мы выиграли, за наших болельщиков. Это победа. Мы долго этому шли и выиграли. Саша Радулов, Саша, поздравляю с победой. Вот какие у тебя сейчас ощущения? Ты веришь вообще в то, что вы сделали сегодня? Ну, пока не верится, на самом деле. Я считаю, что мы действительно лучшие. Мы доказали это всем. И спасибо всем ребятам огромное за поддержку, за все. Мы чемпионы, это больше ничего, здесь нечего говорить. Всем болельщикам спасибо. Last little time. Eric, what a long game!